О, Клифф, не стоило. О, что же там, что же там? О, смотри-ка, шапочка. Тебе нравится? А теперь твоя очередь, малыш. Хочешь, я ее открою? Что это у нас тут? Что это у нас тут? Космонавт. И моего друга мы тоже одарим. Это мне больше ни к чему. Я завязал с этим. Теперь я думаю только о тебе. Так что я останусь здесь с тобой. А это мой друг уберет куда-нибудь. Ну? С Рождеством. Хо-хо-хо! С Рождеством! Внимание, Сэм. Этот старьевщик наверняка осложнит тебе жизнь. Он требует невозможного и жалуется, когда его поручения не выполняют. Как обычно, ему нужна гора всякого мусора и почему-то как можно быстрее. Судя по данным Фреджайл, от него одни проблемы. Вряд ли к тебе он отнесется лучше, чем к ней, но я все равно хочу, чтобы ты постарался. Чтобы уложиться в срок, нужно действовать быстро, но не рискуй понапрасну. Не подвергая опасности себя и груз. А если хочешь знать, почему мы не пошлем его к черту, мы не можем. Нам нужно его убежище. Без него мы не сможем расширить сеть. Так что нельзя с ним ссориться. Но это непросто, учитывая, что он не хочет вступать в UCA. Будь с ним вежлив и постарайся убедить его подписать с нами контракт. Параметры доставки обновлены. Установлен лимит времени. Эльфрид Сагайрович. Счастливого пути. Сэм, это Фреджайл. Твой клиент называет себя старьевщиком, но раньше он был спецом по ремонту связи. Он может починить что угодно, от простых терминалов до ключевых компонентов сетей связи. Он был хороший человек, приятный в общении. Но после инцидента рядом с Южным узлом он изменился. И я его не виню. У него полно причин не доверять нам. Thank you.
Что ты там ищешь, кретин? Доставляю груз. Ее давно, давно уже с нами нет. Все из-за долбанутых террористов и их дружков в этом сраном Фрэджайл Экспресс и козлов из Бриджес, которые разворошили это осиное гнездо. Ну ладно, показывай товар. Ты быстро пришел, как и положено. Это ведь твоя работа. Yeah.
Я считаю, вы, курьеры, ничем не лучше террористов. И тебе никак меня не переубедить. Бери свой кьюпид и проваливай. Ну ладно, что-то подсказывает мне, что мы должны выяснить, что на самом деле произошло с той женщиной в голограмме. Он думает, она погибла во время нападения. Но в архивах Южного узла нет свидетельства о смерти женщины, подходящей под ее описание. Поэтому я попросил Фрэджайл заняться этим. Привет, Сэм. Я тут просматривала свою старую клиентскую базу, думала, вдруг найду нашу незнакомку. И представь себе, есть почти полное совпадение по лицу и голосу. Она жива. Наш старьевщик скорбит зря. Но вряд ли он поверит нам на слово. Погоди, он прислал еще один заказ. Наверное, просто нас испытывает. Загляни в терминал доставки, посмотри, чего он хочет. Отлично, доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки.